На сегодняшний день в Акибастузе по 8 маршрутам курсируют 40 автобусов. Их движение обеспечивают автобусные парки ТО «Жоламан-Эк» и ТО «Тулпар-ЕК». В связи с эпидемиологической ситуацией в стране общественный транспорт также находится под пристальным контролем мониторинговых групп. Во время мониторинговых объездов были выявлены факты отсутствия санитайзеров. Локально были такие моменты, где не соблюдались масочные режимы. На сегодняшний день все проведены разъяснительные беседы с переводчиком нашего ВДТО «Тулпара Жоламан-Эк» и ТО «Тулпара К». По необходимости соблюдения этих требований на сегодняшний день во всех автобусах, во всех подвижных составах у нас имеются санитайзеры. Водители оснащены антисептиков. Помимо этого, неукоснительно соблюдается норма ношения масок, а также в салонах автобуса развешаны информационные листы о соблюдении указанных мер. По словам Арслана Сержановича, в часы пик средняя наполняемость автобусов составляет 57%. В таких ситуациях очень важно, чтобы пассажиры общественного транспорта соблюдали масочный режим. Наполняемость и соблюдение санитарных норм в автобусах мониторинговыми группами проверяются ежедневно. В случае увеличения пассажиропотока, по словам исполняющего обязанности руководителя отдела ЖКХ, перевозчики готовы увеличить количество автобусов по востребованным маршрутам на 1-2 единицы.